Всем доброе утро. Это у нас практически ежедневная медитация, а именно через день. Пока планируем через день, посмотрим, как пойдет. А на моем телеграм-канале. Что ж, начнем. Цель медитации в том, чтобы, скажем так, синхронизироваться на всех слоях ума, тела, души и услышать свою душу. Услышать, те правильные решения, не травмированные, ту настоящесть, скажем так, ту легкость и счастье. Вначале мы будем сонастраиваться, потом немножечко помолчим, подведем итоги и разойдемся. Продолжительность около 20 минут. Ну что ж, начнем. Садимся поудобнее. Не обязательно там иметь ровную спину, достаточно просто комфортно сесть в кресле, а на стуле, на диване. Закрываем глаза и представляем небо. Чистое, синее, голубое небо. Там такой солнечный день. Чистое небо над головой. Смотрите туда. И такое отличное настроение. Солнце светит, душа радуется. И тут приходят такие белые, светлые, кучевые облака. И передвигаются по небу. Вы их наблюдаете. Смотрите за этими облаками. Три, четыре, пять облаков. Возможно, они двигаются в разных направлениях. Может быть, как-то вместе или врозь. Вы наблюдаете за ними, и мысли останавливаются. С каждой минутой наблюдения становится все меньше и меньше мыслей. Оставшимся мыслям вы говорите спасибо, дорогие мысли, что вы ко мне пришли, что вы меня посетили. Сейчас не время, поэтому спасибо, до свидания, приходите чуть попозже, лучше завтра. Спасибо, дорогие мысли, и до свидания. А на небе прекрасные облака, которые вы наблюдаете. Остались только вы и облака. Только вы и облака.
А теперь образно сделайте полшажочка назад. Причем тело останется там, где есть. И вы так как бы наблюдаете за облаками и за своим телом одновременно. Как бы сзади смотрите, из-за плеча практически. То есть как будто у вас камера стоит за вашим плечом, и вы видите себя, тело, свое тело и облака. Вы видите свое тело. В теле есть мозг. Мозг – это ум. Ум, который порождает мысли, порождает всякие идеи. А вы стоите за всем этим, за телом, за умом. И смотрите на это. Просто смотрите, наблюдайте. Восхищаетесь, как же все великолепно устроено, как же все это так идеально работает, как это все красиво, как это все великолепно. Как это все чудесно работает. А если приходят мысли, говорим им спасибо, до свидания. Наблюдаем сзади, за своим телом и умом. Смотрим за облачками. Может быть, у кого-то как-то поменялась картинка. Это нормально, значит, так надо. Позвольте всему происходить так, как оно происходит. Отпустите ситуацию. Отпустите ситуацию, и все сложится наилучшим образом. И сейчас мы немножечко помолчим, чтобы каждый сам смог погрузиться. Свои процессы. Я счастливая душа. Я счастливая душа. Я счастливая душа.
Я счастливая душа, и я себя люблю. Я люблю себя, я люблю весь мир, я люблю всех людей, и мир любит меня. Я люблю себя. И потихонечку, не спеша, делаем медленный полшага и соединяемся со своим телом, при этом понимая, что вы не есть тело, что ваше тело, оно под вашим контролем, ваш ум тоже под вашим контролем. То есть соединяйтесь, но оставляя некий зазор для того, чтобы принимать решения, трезво мыслить. Я люблю себя целиком и полностью. Сейчас обратите внимание на ощущения в теле.
Пошевелите пальчиками рук и ног. Подвигайте плечами. Откройте глаза. Посмотрите вокруг. Как изменился мир, как изменилось восприятие этого мира. Что поменялось? Обратите внимание, как хорошо в голове. Подумайте, может, вам с кем-то хочется поделиться данной медитацией. И всем прекрасного дня и до встречи через день в то же время, в том же месте. Всем пока.